Уфимка Карина всю жизнь мечтала о квартире с террасой, в современном доме с просторной и закрытой от посторонних дворовой территорией. Соответствовал всем этим критериям жилой комплекс «Таухаус». Здесь как раз такая квартира была представлена, и мы ее взяли. Нам очень понравилась концепция, очень красивый комплекс. Вы знаете, я даже удивлена, но они с опережением работают, поэтому мы получим квартиру на год раньше, чем планировалось. Я считаю, что это, безусловно, плюс. 30 октября в офисе «Таухаус» состоялся старт продаж третьей очереди жилого комплекса. На выбор покупателям будут представлены квартиры в черновой и предчистовой отделке со множеством вариантов планировок. Застройщик подготовил интересную и насыщенную развлекательную программу с авторскими мастер-классами, конкурсами, призами и подарками. Наш комплекс «Таухаус» включает в себя 12 секций. Сегодня у нас стартует третья очередь. Это вот эти две башни, 31 и 32 этаж. Соответственно, эти варианты находятся у нас в хорошем отдалении от проезжих частей, поэтому имеют такую особенность, как более лучшую, наверное, шумоизоляцию. Поэтому думаю, что будет очень интересно столичным жителям, которые наверняка устали от шума машин, от суеты и так далее. «Таухаус» – это самый крупный проект группы компаний «Садовое кольцо» в Башкирии и первый в республике жилой комплекс обособленного, но не оторванного от городской среды типа. Он расположен на пересечении улиц Лесотехникума и Энтузиастов, и благодаря прямым выездам на проспект Салавата Юлаева и проспект Октября у жильцов всегда будет возможность быстро достичь любой точки Уфы. Главное отличие нашего комплекса в том, что у нас имеется закрытый двор, он находится на стилобате, на уровне второго этажа, поэтому считается абсолютно безопасным и приватным. Сюда не могут заехать машины, не могут подняться чужие люди. Двор оснащен кучей детских площадок в виде батутов, скалодромов, различных лазилок, бродилок и так далее. Также будет предусмотрен голландский парк с летним кинотеатром, где можно будет проводить летние вечера в компании своих близких людей. Также предусмотрен английский сад с беседками, куда можно будет приводить своих друзей, либо просто самому посидеть с книжкой в уединении. «Тау» – это вершина. И наш проект, мы считаем, что это вершина комфорт-класса. Поэтому, собственно, и идет и название «Таухаус». В основе проекта, в его идею, в ее концепцию заложены принципы интуитивного комфорта. Что это значит? Это значит, что, находясь внутри нашего жилого комплекса, вы на интуитивном уровне ощущаете комфорт, который вас окружает. Будь то безбарьерная среда, благоустроенные дворы, квартиры с террасами, квартиры с каминами и так далее. То есть вот максимум комфорта, понятного на интуитивном уровне, они заложены в идею нашего проекта. Строительство жилого комплекса «Таухаус» пока не завершено, но большинство квартир в первой и во второй очереди уже куплены, а средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 32% по отношению к старту продаж первой очереди. В проекте три очереди реализации. В первую очередь ввод в эксплуатацию мы планируем во втором квартале 2023 года, а вторую очередь ввод в эксплуатацию четвертый квартал 2023 года. И третья очередь, старт продаж, который у нас сегодня, мы вводим в эксплуатацию во втором квартале, в третьем квартале 2024 года. Изначально весь проект планировался ввести в эксплуатацию в 2025 году, но мы сместили срок примерно на год. У нас достаточно высокий темп строительства, вот за счет этого и за счет активного спроса на квартиры нам удалось все-таки сдвинуть это чуть-чуть, ну, на год раньше. Под стилобатной частью двора будет находиться паркинг, куда можно спуститься прямо на лифте. Там же будет находиться частная автомойка. Паркинг также предусматривает и гостевую зону. Парадные группы у нас располагаются со стороны улицы. Это входные будут с очень красивым дизайнерским ремонтом. Высота потолков только составляет 5,5 метров. Будет оснащено, естественно, зоной ресепшена, зоной ожидания для гостей, гостевым санузлом, небольшой колясочной. Будет располагаться даже помойка для собак. Здесь именно тот комфорт, которого так не хватает в наше время. Планировки в жилом комплексе «Таухаус» отличаются удобством и практичностью. В каждой квартире предусмотрены гардеробные комнаты, ниши под шкафы и стиральные машины, а также есть гостевые ванные комнаты, лоджии или открытые террасы. Очень понравились планировки. Они, ну, на мой взгляд, одни из самых нормальных в Уфе, то, что мы видели. Мне понравилось, насколько у них продумана территория вокруг дома. Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. Это крупный и надежный застройщик, который
который уже 18 лет помогает людям обрести жилье их мечты. Офис продаж жилого комплекса «Таухаус» расположен по адресу улицы Энтузиастов, 7А. Записаться на консультацию или получить ответы на все интересующие вас вопросы вы можете по телефону +7, код города 347-210-00. Адель Хайруллина, Артур Бигнов, Роман Нагуманов, телеканал ЮТВ.